Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А в этом видео мы с вами распаковываем и рассматриваем вот такие вот весы от компании Supra, которые называются BSS4077. Это у нас электронные кухонные весы. Поехали! Весы должны иметь вот такой вот достаточно приятный дизайн с ручкой для того, чтобы можно было на кухне повесить. Никаких сложностей с управлением из-за всего двух кнопок и дисплея быть не должно. Что у нас здесь заявлено? LCD-дисплей, автоматическое выключение, до 5 кг максимально взвешиваемый вес. Корпус с высококачественным нержавеющим стальным покрытием, оборудованный датчиком высокой точности. Индикация разряда батареи, индикация перегрузки, автоматическое отключение, функция вес тары. Упаковочка немножечко продавлена, по всей видимости, была либо при хранении, либо при транспортировке. Надеюсь, что на весы это никак не сказалось. В комплекте у нас идут китайские Green Star батареечки 2А. Так, здесь пусто. Так. Ну, здесь у нас товарный чек и кассовый чек. Так, упаковано в пупырку с каким-то очень маленьким размером ячейки. Так. Идет список сервисных центров, но я надеюсь, что нам не понадобится эта информация. Имеется рекламный буклет, кстати, с моим радар-детектором. Тоже от Supra, белка-стрелка. Так, что у нас еще здесь рекламируется? Планшеты, видеорегистраторы, мультиварки, энергосберегающие лампы, кухонная посуда. Что можно сказать? Действительно, компания Supra производит достаточно качественную технику. У меня уже, по-моему, на обзоре на канале были образцы техники данной компании. У меня сложились исключительно положительные впечатления об их продукции. Вроде как у нас это Япония, соответственно, японское качество, оно на высоте. Так, имеется инструкция по эксплуатации на русском языке. Вот, с техническими характеристиками. Так, ну давайте смотреть на сами весы. Достаточно легкие. Действительно, есть отверстие для того, чтобы на кухне просто это повесить, например, куда-нибудь, чтобы висело, не занимало места. Так, немножко пачкающаяся на самом деле поверхность. Вот я просто тру рукой, и следы остаются. Так, установим элементы питания. Carbon battery, 1,5 вольт, 3А, 0% mercury and cadmium. Элементы питания у нас китайские. Взвешивать, конечно же, нужно на твердой поверхности. В качестве твердой поверхности используем книжку Бориса Немцова «Исповедь бунтаря». Достаточно любопытная книжка. Так, вот ноль. Ну и давайте, например, взвесим мой сотовый телефон. Так, 169 грамм вместе с чехлом. Ну что ж, про действительную их точность пока говорить рано. Я, конечно же, все это дело протестирую более тщательно. Найду какой-нибудь образец с заранее известным весом и его взвешу. Естественно, если какие-то будут проблемы, то есть они будут неточны или наоборот будут точны, я обо всем об этом, конечно же, напишу в описании к видео. Так, ну еще хочется, например, взвесить какой-нибудь объект малого веса. Давайте еще взвесим, допустим, рекламный буклетик. 2 грамма, 4 грамма, 0, 3 грамма, 5 грамм, 2 грамма, 0 грамм, 2 грамма, 5 грамм. Ну пока я вижу, что все-таки с точностью здесь какие-то вопросы, наверное, есть. Внешне мне весы нравятся, ножки. Весы у нас пластиковые, верхняя поверхность у нас, наверное, жесть.
мы начинаем эти весы эксплуатировать. Соответственно, любые вопросы, если у вас есть по качеству данных весов или, например, о выгодном их приобретении, конечно же, пишите вопросы в комментариях. Всегда рад отвечать на вопросы, а, конечно же, в рамках своей компетенции. На этом видео не буду затягивать. Вам большое спасибо за просмотр очередной распаковки. Всем желаю максимально точных измерений. Всем счастливо. Пока.